Готов? Да. Все. Андрюха, иди сюда. Как дела? Ох. Это значит хорошо. Продолжаем дальше нашу тему. Сейчас мы перейдем к ногам. Начнем мы сейчас с изолированной работы, с работы на разгибание ног. Пока что Андрей настраивается. Небольшой лайфхак, внимание, чтобы мышца максимально сокращалась, постарайтесь управлять ей более сложно. Значит, в данном случае, когда мы разгибаем ногу, предлагаю дополнительно еще ее втягивать бедром внутрь. Это очень важно, если хотите максимально сократить квадрицепс. Еще раз. Растянули до конца, выпрямляем сустав полностью и втягиваем в себя бедро. То есть каждый раз, как крюком, натягиваем ногу на себя. Как в движении одной конечностью, так и двумя. Значит, большая мышечная группа, поэтому мы повторов сделаем больше. И системы будут разные для того, чтобы максимально нервную систему будоражить, максимально давать ей новую возможность для адаптации. Приступим. Так, зафиксировались. Что важно? Важно, чтобы коленный сустав совпадал с реле разгибателя, чтобы сустав не выезжал за него, чтобы не было перерастяжения связок. Значит, прижимаемся максимально, руками себя прижимаем, чтобы таз не отрывался. Работаем сейчас по одной ноге. Значит, работаем так. 21, 20 другой. 21, повторяем, 20 другой. Вес небольшой, килограмм 15. 20-20 сделали, повторили еще разочек. И потом поработаем двумя ногами. Но единственное, что сместим нагрузку на связки, на латеральную и медиальную. Значит, как только поработали по одной ноге, смещаем оси нагрузки на связки на латеральную, на внешнюю, на внутреннюю, на медиальную. Смотрите, для начала носки внутрь, поработаем 15 разочков, потом носки наружу. Это все подряд, да, и закисление будет высоким, мышцы будут сильно жечь, что нам и нужно для новой адаптации и нагрузки на ЦНС. Поехали. Все, по одной. Все, аккуратно. Помним, что мы втягиваем бедро каждый раз. Давай. Зафиксировал внутрь. Еще. Зафиксировал внутрь, натянул на себя. Два. Молодец. Еще. И три. Хорошо. Ногу разогнули, выдохнули. Четыре. 5. Хорошо. До конца сустав раскрываем. 6. И в себя. 7. Отлично. Бедро. Посмотри, как он работает. Дальше. Выпрямил до конца, зафиксировал. Есть. Это пока он спокойно. Сейчас будет хорошо. 14. И еще. Разгибай. 17. Дальше. Выдыхай, выдыхай. 18. Сейчас он заулыбается и будет умирать. 19. Управляй до конца. Все. Меняй ноги. Поехали. И внутрь. Раз. Хорошо. И вытягивай внутрь в себя. Два. Четыре. Никаких лишних движений. Только основные. Разогнул внутрь. Каждый раз внутрь. Вектор туда. Выпрямил. 11. Еще. И в себя. 12. Дальше. И в себя туда. 13. Хорошо. 14. Пойдет. Втягиваешь. И 15. Прижался максимально. И 16, ему уже хорошо. Сейчас работа самая пойдет. 17. Улыбайся, улыбайся. И 18, надо поработать. И 19, еще один разочек. И 20. Сразу начинаем работать дальше. Другая нога отдыхала. Внутрь, раз. Дальше. Два. Работа очень сложная. 5. Вес маленький, несмотря на это, из-за сложности управления, у нас получается высокая концентрация. Поэтому сложно делать, поэтому мышца сильно утомляется, и поэтому мы получаем подгрузку ЦНС, что нам и важно для развития мускулатуры, которую мы планируем. И хорошо, уже хорошо. Лицо снимай, он красивый стал. Смотри, как ему сейчас хорошо. Дальше втягивай, втягивай еще. Еще можешь. Все самое интересное впереди. Пока что по одной конечности работаем, дальше будет интересней. Жжение. Все, в лайф-режиме сейчас работа пошла. Настоящая сложность. Должно быть сложно, должно быть тяжело, должно мышцы жечь, все должно быть умеренно. При правильной нагрузке ваша прогрессия будет очень высокой. Главное управлять. Нет, не болтай ногой, выпрямляй ее, втягивай, показывай управление. Втянул, втянул в себя ногу, отлично, таз не отрывать. Руки для чего рычаги? Таз прижал, прижал себя вниз, поехали, только нога работает. Дальше. И выпрямил на себя. Бум, еще. На себя. Каждое движение важно. Ради каждого движения мы это делаем. Молодец. Все, хорош. Так, все, по одной ноге сделали. Чуть-чуть вес накидываем, одну плиточку буквально набрасываю. Значит, здесь мы не отдыхаем, работаем двумя ногами, как и договаривались. Носки сильно внутрь, свернул. Все, 15 раз, поехали. Выпрямление. И тоже в себя, молодец. И тоже в себя. Носки сильнее внутрь, этого мало. Докручивай, пожалуйста, давай. Мы управляем. Делаем ротацию внутрь ног. Давай, втягивай, молодец еще, это очень важно. И в себя.
Отлично. Управление. Сейчас ему очень непросто, мышцы очень жжет, управлять сложно. Но это и есть сигнал к настоящей работе, потому что он и дает сверхразвитие. Втягивай, втягивай, носки не теряешь, постоянно управляешь. Мы до чего стараемся? Давай, 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 чуть-чуть. Все, носки наружу, развернул, пятки вместе максимально, осталось чуть-чуть. Давай, давай, подыши, поехали, поехали, потом отдохнешь дома, давай, поехали, вперед. Раз, себя, еще, раскрывай, внутрь, два, еще. И раскрывай внутрь, три, носков мало, разворачивай в стороны, их не выражено. Пошел, вперед, четыре, еще. И втягивай, пять, втягивай ноги, отлично, отлично, разворачивай. Осталось немножко, всего подход один, восемь делаем, дальше. Все в управлении, подгружаем с самого начала, работа изоляционная. Никаких сложностей нет, только сложное управление за счет того, что ценность напрягается. Мы управляем телом, управляем им. Давай еще. Еще один разочек, сделаю все. Носки разворачивай, разворачивай. Все, есть, хорошо, отпускаем его. Все, иди, походи, подыши. Первый подход есть. Первый, я думаю, что и последний. Дальше пойдем двигаться уже в управлении на бицепс бедра. Пока что чуть отдохнем. Я думаю, что ему уже хорошо. Андрюха, иди сюда. Как дела? Не очень. Не очень? Не очень, не очень, значит хорошо. Значит, мы с вами сейчас подгрузили оси, да, мы выбрали, опять же, относительно слабую конечность, сильно повторили. Соответственно, мы дали им перегрузку одной и второй ноге. Все ровно, заметьте, без отказа, но мы уравновесили нагрузку. Потом поработали по смещениям нагрузки на связки, да. Значит, это была хорошая разминка, это была хорошая перегрузка нервной системы. Я предлагаю сейчас сделать дальше. Движение антагонист, противоположное, на сгибание бедра. Примерно такой же механикой, по конечностям сделаем то же самое, разделим по 20-20-20-20. Потом сделаем двумя ногами один подход на 15 раз. Тут уже положение носков менять не нужно, да? С точки зрения анатомии, чтобы не навредить. Поехали. Анатомия сустава. Настроился себе? Все, значит, здесь то же самое. Здесь мы тоже подстраиваем колено. Колено под реле тренажера, чтобы не было травмы, всегда коленка не должна ни выезжать, ни уходить дальше. Соответственно, вот на эту ось вы всегда и настраиваетесь. Все, ноги закидывай, чуть поближе подвигай себе. Окей. Так, только здесь мы работаем по одной ноге, поэтому ногу одну выкидываем вниз, оставляем согнутую, максимально прижатую вниз, чтобы ее не касаться. Тут вес много не нужно, потому что нужно будет делать полную амплитуду. Когда будете стараться делать полную амплитуду с фиксацией в растяжении и в напряжении, в сокращении, будет сложно, потому что многие обычно делают, всегда дают импульс и сопровождают движение уже по мере того, как, какое усилие будет сделано, не сопровождая до конца его, не фиксируя. Так, давай, 21 зафиксировал, 20 сгибай до конца, зафиксировал внизу, 1, хорошо, это важно. Растянул, зафиксировал, отдача не нужна, паузу, пауза, есть, дальше, 3, поехали, отлично. И вниз, дальше 4, зафиксировал, и 5, касание есть, хорошо, не торопись, и прижал вниз, 6, пауза, пауза, дальше. Корпус зафиксирован, руки выпрями и прижми себя максимально, работает только сгибатель, больше ничего не нужно. Сейчас вся концентрация нервной системы на сгибании бедра, фиксации внизу, растяжение, паузы вверху, паузы очень важны. Мы даем нервной системе понять, что нам нужно. Суппорт сустава должен работать выраженно, должен сжиматься он всегда. Сгибай. И стараемся, конечно, вектор не нарушать. Здесь работа хоть и изолированная, хоть она уже направленная, потому что уже механика выстроена, все равно старайтесь сопровождать, старайтесь максимально прожимать. Помимо сокращения, еще сами сжимайте мышцу. Дайте управление, дайте нервной системе понять, что вы от нее хотите. Все, ногу скинули, меняем, зафиксировали другую. Повторяем то же самое. Смотрите, вес хоть и небольшой, управление очень сложное. Если будет импульс не задан скоростью, если вы будете управлять и стараться делать по времени и сокращение, и растяжение одинаково, если вы будете фиксировать как сокращение, так и растяжение с паузами, эта работа сильно усложнится. Но и центральная нервная система по-другому будет на нее адаптироваться, по-другому будет давать адаптацию. Вам будет проще управлять не только одной конечностью, но и двумя сложных движениях. Пожалуйста, обратите на это внимание, это фундамент вашего развития, любого из вас, на любом уровне подготовки. Заметьте, если все хорошо, двигайтесь дальше. Если есть отклонение, обратите на это внимание. Меняй, второй подход.
Так, стараемся все антагонисты, все противоположные движения уравновешивать. Сейчас мы работаем адаптивно, отказов у нас нету. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, квадрицепс в основном сильнее, а бицепс бедра слабее, все равно уравновешиваем ради механики, ради управления и функциональных движений, которые мы хотим с вами добиться. Но не думайте, что это какая-то легкая работа, что это лечебная физкультура или что это просто какая-то тоническая работа. Работа сложная, и вы от нее также получите прогрессию очень мощную. Это будет выражено не только в ваших цифрах и механических движениях правильных, но и во внешнем виде, конечно. Конечно, мышцы у вас будут меняться, они будут адаптироваться, и как побочная реакция от всей этой работы атлетического вида не станут, конечно, вам понравится, все будет хорошо. Просто работайте, и все. Вот лицо попроще, и будет счастье всем. Мы, конечно, занимаемся серьезной работой, но если будете отвлекаться на свои эмоции внутренние, то, конечно, это усложнится. Вся ваша концентрация в управлении, все, что вы должны делать, каждый повтор вы должны сейчас сопровождать вашими движениями, не только самой механикой изгибания конечности, но и сопровождением центральной нервной системы. Вы должны прожимать все движения, вы должны их чувствовать до конца. Нету цифр, по сути нету 1, 2, 3, 4, 12, 20, есть каждый раз, то есть 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Этот каждый один должен быть качественным, как первый, так и последний. И чем вы больше вложите в эту концентрацию, тем больше вы прогресса получите. Тело зафиксировано. Работает сейчас сустав изолированно, то есть он работает локально. Мы сейчас стараемся максимально уделить внимание сгибателю, внимание бицепсу бедра. Заметьте, что в обычной жизни, в бытовой, вы особо его не сокращаете. Он выполняет функцию амортизации, он растягивается постоянно при наклонах и так далее, но так, чтобы его сокращать, где-то сопротивление, но это редкий случай, да, если вы не занимаетесь каким-то прикладным спортом. Все, вес чуть набросили, чуть-чуть накинули плиточку. Две ноги закинули и сделаем одно движение. Значит, опускай 20 разочков. То же самое в касании. Поехали. Коснулся, раскрывай. Зафиксировал внизу. Пауза. Раскрыл, расслабился полностью. Пауза. Если вы будете делать все движения в полную амплитуду, то вопрос о вашей растяжке не будет стоять, потому что вы и так ее растягиваете и сокращаете. В этом есть основная функция мышцы, да? Поэтому старайтесь максимально амплитудно делать, даже если вам тяжело. Чувствуете, не добираете, чувствуете, что нет возможности сделать в полную амплитуду. Немножко отдохните, доберите эти цифры. Эти цифры потом будут расти, но только тогда, когда вы будете за них бороться, когда вы выполните эти повторы. Тогда, через время, когда будут наступать адаптивные возможности для новой нагрузки, через время восстановления, вы добавите эти два раза, добавите этот килограмм веса, и так будете постоянно линейно двигаться вперед. И однажды посмотрите назад, с чего вы начинали, и поймете, что вы очень далеко шагнули. А это уже большой прогресс. Назад вы уже не вернетесь, конечно. И, пожалуйста, помните, что усилие и выдох всегда сопряжены. Как только вы сократили мускулатуру, любую, вы всегда выдыхаете. Отлично, отлично, есть подход, сделано. Иди отдыхай, иди походи. Так, есть. Мы сделали с вами два движения антагониста. Мы сделали примерно одинаково их. Мы уравновесили одну и вторую стороны, уравновесили от слабой к сильной и, соответственно, поработали двумя ногами вместе. Предлагаю в конце тренировки сделать движение еще на два антагониста, на сведение-отведение. Очень важное для всех, и для мужчин, и для женщин. Пожалуйста, не думайте, что есть женские и мужские упражнения. В данном случае вы должны все векторы уравновесить, и, соответственно, все мышцы должны поработать одинаково и с точки зрения механики, и с точки зрения вашей гормональной системы и функциональных особенностей вы будете прогрессировать. Тренажеры все, которые есть, линейные, они все очень хороши. Не упускайте ни одной возможности проработать каждый вектор. Так, прошу, давайте начнем. Давайте сделаем отведение-сведение. То же самое сделаем суперсерии, как отведение, так и сведение вместе без отдыха. Отдыхать будем между сериями. Пожалуйста, вперед. Значит, положение может быть любое. Самое главное что? Самое главное, что мы двигаем максимально амплитудно от бедра, да? Самое главное, что мы толкаем коленкой, да, не стопой. Поэтому у вас тазобедренный сустав и колено работает в максимальном отведении от центра тела. Все делаем, соответственно, так как это ноги. Большое количество повторов желательно, ну как большое, там от 15 и выше, потому что большая мышечная группа. Среднее должно быть тяжело. В данном случае, как мы уравновешиваем все векторы, то мы не доводим до отказа для того, чтобы сильную и слабую стороны были равновесны. Все сделали, сразу пересаживаемся дальше. Вот, можем как самостоятельно, так и с помощью сделать. Все, садимся и стараемся всегда сделать все амплитудно. И всегда, когда мы растягиваем мышцы, мы делаем небольшую паузу. Растянули, выдохнули, сделали паузу, сократили, паузу. Важно всегда не пренебрегать амплитудой. Чем больше амплитуда, тем больше вовлечения структурных элементов будет в ваше движение.
И опять же, отведение сделали 15 раз, значит и сведение 15 раз. Заметьте, что мы стараемся сделать одинаковый вес, несмотря на то, что отведение сделать проще, чем сведение. Потом со временем обе оси у вас уравновесятся. Отлично. Так, еще подходик подряд сделаем, и потом небольшой секрет, небольшой лайфхак. Все, продолжаем. Стараемся делать так, чтобы у вас работало только бедро. Помимо того, что вы отводите в сторону, вы еще стараетесь максимально его дожать. Если даже амплитуда ограничена, толкайте изо всех сил в стороны. Старайтесь делать все амплитудно, всегда, при любом весе, и при разминочном, и при рабочем, насколько есть возможности. Все, повторим еще раз. Помним, что мы уравновешиваем не только стороны, но и уравновешиваем мышцы-антагонисты. Тогда мы можем говорить о одинаковом развитии конечностей и не будем бояться за то, что какая-то сторона будет работать быстрее или медленнее из-за того, что будет смещение осей. Расслабился, собрал, секунду, паузу. Раскрылся, пауза, собрал, пауза. Торопиться не нужно. Если вес слишком большой, не получится амплитуды, не получится сделать движение максимально технически правильно. Помним, нету повторов. Каждый раз важен. Один, плюс один, плюс один, плюс один. Заданное количество, которое вы решили. Но каждый повтор должен быть самый качественный. Он должен быть выполнен как последний. Поэтому старайтесь в любых движениях, которые вы выполняете, делать вам легко или которые делать вам сложно, вы должны делать каждый повтор с максимальным качеством. Тогда прогресс будет налицо, и вы будете это видеть от тренировки к тренировке. Отлично. Итак, небольшой бонус к концу этой тренировки. Значит, вы можете наблюдать очень много видео, где рассказывают про растяжение бедра и на растяжке динамической, и на растяжке пассивной и так далее. Хочу предложить вам один из вариантов на внутреннюю-наружную ротацию бедра, да, которую обычно не выполняют, но упражнение необычное, но оно очень сильно дает прогресс с точки зрения развития его функциональной особенности и амплитуды движения. То есть ваша гибкость сильно повысится. Главное здесь очень аккуратно работать, не переборщить с весом и тоже работать в полную амплитуду. Давайте посмотрим, может быть, вам будет это интересно и вы это включите в свой тренировочный план. Так, начнем с наружной ротации. Все очень просто. Тренажер разведения бедра. Значит, мы принимаем положение, при котором прижимаемся к спинке стабильно. Дальше. Важно что? Важно, что мы толкаем внешней стороной голени, да, толкаем, отводим в сторону ноги, отлично, и делаем максимально возможную амплитуду. Важно что? Давайте посмотрим сюда. Важно, что происходит ротация бедра вот здесь, соответственно, коленка и бедро в одной линии, и мы максимально отводим их в стороны. Упражнение сложное, поэтому вес не должен быть большой, но постарайтесь, пожалуйста, сделать максимальную амплитуду. Как только вы будете делать такое упражнение в прогрессии, то стабилизация бедра у вас сильно улучшится, а соответственно улучшится его управление и все движения базовые, которые вы обычно выполняете. Еще раз внимание, вы делаете движение наружу, раскрываете. Максимально раскрываем, стараемся сделать паузу и обратно. Раскрываем, стараемся сделать паузу. Очень специфическое движение, но мышцы внутренние вы почувствуете, которых раньше не ощущали. Сделаем антагонист движения сейчас сразу же. Давайте сделаем внутреннюю ротацию. Давай. На тренажере приведения бедра постарайтесь сделать так, чтобы вам помогли, потому что не очень удобно принимать исходное положение. Значит, здесь то же самое. Корпус максимально прижимаем к спинке. Значит, все, что нужно, это только ротация внутрь бедра. Раскрываемся аккуратно очень, потому что торопиться здесь не нужно. И с весом тоже, пожалуйста, не прогрессируйте. Самое важное – наладить механику. Опять же, не для всех. Для тех, кто уже тренируется давно, для тех, кто ищет новые возможности свои функциональные, старайтесь прогрессировать в этом упражнении. В конце тренировки включайте его, когда вы хорошо разогреты. И как только выполните заданное количество повторов, 15-20 раз в 3-4 подходах, по чуть-чуть добавляйте вес. Через некоторое время вы заметите, насколько сильно улучшится ваша гибкость, а также управление в движениях, которые вы, соответственно, планируете выполнять. Отлично. Все, закончили. На сегодня хватит. Повторяем. Давай, перед этим. Я тоже говорил какую-то тебе.
Не могу никак. Не могу. Я тебя вижу сразу, разговариваю. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну как дела? Плохо. Плохо? Это значит хорошо. Собственно, что мы сделали сейчас? Мы сделали, соответственно, управление на каждую конечность. Этого хватит одного подхода, большой объем работы. Сейчас пойдем дальше, сделаем изоляцию на бицепс бедра таким же методом, антагонистом, то есть сгибанием под себя. И потом уже проработаем тракционную систему, которую мы с вами смотрели в прошлый раз. Мы ее отрабатывали, включим ее в работу и потом разделим оси, поделаем выпады вперед в динамике, поделаем работу на глайде в первое растяжение. И я думаю, что этого хватит на сегодня для того, чтобы взять на вооружение свое упражнение для нашего развития. Готов двигаться дальше? Ну, окей. Да. Все с самого начала, да? Все. Андрюха, иди сюда. Как дела? Плохо. Это значит хорошо. Значит, с вами что мы сделали сейчас? Мы с вами отработали равновесие, начали с конечности относительно слабой, повторяя то же самое сильной. И что сначала? Можем? Здесь стоим? Да. Готовы? Да. Андрюха, иди сюда. Как дела? Не очень. Не очень? Не очень, не очень, значит хорошо. И Короче.